А с тех пор Франция стала другой. Ну, во-первых, она... О! О! Льорис! Это ж финал чемпионата мира! Что ж такое-то в этом сезоне? Финал Лиги чемпионов! Финал чемпионата мира! Цепляться за мяч. Вот, пожалуйста, Алисон ошибся и... Передача! Забивать надо Лестеру! Гол! 2-1! Гизаль! Ну вот, критиковали Алисона. Клопу очень не понравилось то, что он сделал с Брайтоном, и Алисон дал интервью на эту тему и сказал: «Ну я же не хочу красоваться, просто я...» Лесо, который уже здоров, Гризман, можно бить, и что делает Фернандо Буслера? 2-0 в пользу сборной Франции! Фернандо Буслера, это трагедия, это кошмар. Опытный голкипер, третий чемпионат мира для... These shots are various. It is Norburn. It's spilled by the goalkeeper. And Tranmere Rovers have their goal. Darius couldn't keep it out. And Tranmere, through Johnny Smith, have themselves a goal. Yes, not what you... No. Oh, Tolisso with that ball back. Oh, the goalkeeper's missed it! Goodness, that is an absolute nightmare for Sven Ulreich, the goalkeeper. They've gifted Real Madrid a second goal. Unbelievable. Just unbelievable. Что будет в обороне, если вот такой вот, вот такой, когда будет концерт, вот они будут так получать. Джордан Айю, 2-1. Ricardo steps across at the other end. Oh, that's a gift for Rebic, who finishes it absolutely magnificently. They fell apart at the back, but they were punished in stunning fashion. Хороший был заброс на Бензема, и смотрите, боже мой, Лориус Кариус, какой же ты фантик, извините меня, Карим Бензема в этой Лиге чемпионов забивает какие-то безумные мячи. Ульрайх, поехала нога, вообще забыл, можно мяч руками брать или нет. И Кариус, что это было? And again, Doyle has to look sharp and he can't keep it out. Опасно может быть. Удар, поворот, а вот! Дехе ошибается, ошибается Дехе. Буквально прилипает к ногам Криштиану Роналду. Когда вы знали, из какого ссора. Аккуратно опустил этот мяч. Бейл бьет! 3-1, добрый вечер. Лорис Кариус. Гаррет Бейл. Уникальный футболист. Уникальные мячи. Уникальный матч. И особенный вратарь. Юрген Клопп. It's not a bad idea, but Lithuain. Oh dear. When things are going bad, they go very bad. Michael Olunga doubles his tally for the game. 4-0 to Girona. And worryingly for the visitors, there's 20. Antes de ir a Santos. Sí. Uy, uy, gol. Она действительно измеряется долями секунды. Ой, Шмейхеля, Агуэро! Хет-трик! 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 Серхио Агуэро 4-1! Вот, наверное, на этом уже точно все, потому что шанс у Лестера не остается. Ну, а Каспер Шмейхель... Senegal to start this game. It's a good cross held up to the far post by Wagi, but that's a poor defensive header from Saki. He's just got a head box and he gets his rewards for taking the gamble. Clearly on to getting back. Но раз между Месси дошел, уже может быть опасно. С правой ноги был. Пожалуйста, 1-0 Барселона забивает и делает это Лионель Месси с правой ноги. Непонятно как, там мяч просочился между ног Тибо Куртуа и быстрый гол забивает король.
Carrijo against Ter Stegen. And Ter Stegen so nearly comes out on top, agonisingly for the German keeper. He just can't quite hold on to it, having guessed the right way, got behind the ball, and it just... Can he deliver? Under the wall and in! Colombia are level, and Quintero is buried beneath. Clever free kick.